Да. Никогда дыма не будет. Я не допущу до этого. Очень хорошо. Все, хорошо. Да. Приходите тогда, Пальмин, куда? Да. Телефон узнаете. Приходите, пожалуйста. Навещайте, проверяйте. Очень хочется надеяться на такую сознательность. Пожарные вместе с полицейскими, соцработниками и сотрудниками управления гражданской защиты приходят в квартиры социально неадаптированных горожан, чтобы проверить, как они соблюдают правила безопасности. Особое внимание уделяем правильной эксплуатации газового и электрического оборудования. Напоминаем номера вызова пожарной охраны 01 101 60 8001. Также порядок действий при обнаружении пожара. С начала 2021 года в Заречном зарегистрировано 10 пожаров. Самая частая причина – неосторожное обращение с огнем. Именно поэтому сотрудники МЧС снова и снова напоминают горожанам о правилах безопасности. В ходе рейда специалисты посетили и гаражные кооперативы Заречного. Во время общения с владельцами гаражей сотрудники Госпожнадзора подчеркнули, что на территории города действует особый противопожарный режим. Накладывает ряд ограничений. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву. Сотрудники МЧС также напомнили, что в гараже нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Владелец отвечает не только за состояние помещения, но и за прилегающую территорию. Ее нужно своевременно приводить в порядок, ведь мусор – это дополнительный источник опасности, повышающий вероятность возгорания. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».